Уважаемые преподаватели, родители и выпускники, сегодняшний день для нас особенный. Мы стоим на пороге нового этапа нашей жизни, и мы рады, что вы разделяете столь важный момент с нами. Когда мы начинали свой путь в колледже, мы и представить себе не могли, что однажды будем стоять здесь, всей командой, держа в руках победу в гранд-финале по ФМП. Этот путь был сложным, поскольку мы никак не могли договориться по нашему видению, идее и реализации. Но нас сплотила единая цель, направленная на помощь обществу и таким же неравнодушным студентам, как и мы. Так и зародился наш проект «Инволу» — приложение, которое призвано объединить волонтеров и организаций воедино. Проект требовал много усилий, и я помню, как все мы с утра до ночи работали над ним, готовили наши презентации, питчи и волновались перед каждым нашим выступлением. Но все-таки мы объединились, и нам удалось создать этот проект. Сегодня мы хотим поблагодарить всех, кто помогал нам на этом пути. Нашим преподавателям. Ваша поддержка сделала этот успех возможным. Наших родителей за их любовь, терпение, мотивацию и поддержку, которая всегда давала нам силы двигаться вперед. Наших сокурсников за крепкую дружбу и сотрудничество, за те моменты, когда мы вместе смеялись, волновались и поддерживали друг друга. А также отдельное спасибо нашему партнеру «Зовмедиа». Мы завершаем важный этап нашей жизни, но впереди нас ждет еще много вызовов и возможностей. Каждый из нас будет стремиться стать лучшей версией себя и попытаться изменить мир к лучшему. Благодарим!